Председатель ДСАО Башкирии Сергей Минегулов ушел в отставку. Исполняющим обязанности назначен его заместитель Ренат Сафиуллин. Злые языки утверждают, что отставка была инициирована федеральным руководством ДСАФ России, однако в приемной республиканского отделения эту информацию опровергли, сообщив, что Минегулов по собственному желанию написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Мне очень нравится коллектив ДСАФ. Ребята на самом деле вот истинные патриоты. Но вот им некому просто что-то подсказать. Вот я за эти два года как-то пытался какую-то новую вещь им привнести, но я сейчас понимаю, что это требует достаточно серьезных изменений, таких эволюционных. Вот. Плюс достаточно архаичное отношение к деятельности имущественного комплекса. Поэтому я попросил, чтобы меня больше использовали некого в качестве стороннего эксперта, как человек знает из глубины, но поставить сюда человека, который бы, ну, может быть, обладал большей житейской мудростью для того, чтобы вот с тем коллективом, который есть сейчас, привнести какие-то изменения. Вот. Потому что быстро это не получится. Напомним, летом между Центром малой авиации и транспортной прокуратурой возник конфликт. Внимание ведомства привлекли экскурсионные полеты. По их мнению, это коммерческие перевозки, на которые у Центра нет официального разрешения. Суды Центр малой авиации проиграл.